Вот сегодня мы с моим самым главным подписчиком напросилась на это за грибами. Не видит грибов даже. Стоит. Что-то вот, меня смотри. Это сразу снимает. Вот он стоит. Уже открылся. Только два нашли пока. Шрут? Что там? Ого! Ничего себе! Ну, рви! Вот это грибина! Что, только один? Пока да. Да? Иди, иди. Ни разу не поедем. Еще один, да? Тут тоже такой. Красавчик, смотрите какой. Смотрите какой стоит. О. В тот раз его не было. Вылез уже. Вот здесь вот помнишь эти грибы, которые чуть не наступил, они вот здесь были. Толстенький, да? Вообще такой. Свеженький. Да. Ну вот. Ну, потихоньку грибы есть. Прям потихоньку, конечно, но все, что найдем, все наше. Вон еще. А нет. Или еще. Или нет. Нет. Грибочек хорошенький. Тоже, в принципе, на дороге прям стоит. Как не заметил. Маленький такой. Да, вот, маленький тоже. Опа. Такой вот. Подожди. О! О, смотри. Вот он. Вот он еще один. Маленькие грибочки пошли находиться. И чернушечка рядом. Маленький белый. И рядом вон чернушка. Небольшая. О, еще. О, видите. Это уже у нас подосиновичек, кстати. Первый в этом сезоне. Красавчик маленький. Грибочек. Да, хорош. Хорош грибок. А я не заметил. Уже темно, видно. Плохо. Вот, грибочек. Пойдем с той стороны обойдем и пойдем в обратную сторону. Вот, вот этот бугорок с той стороны.
Смотри, они как прячутся, блин. Смотри. Стоит. Красавчик, прям после дождя хороший такой. О, красивый. Ну, это уже пол ведерка есть. Ну, чуть меньше, может, пол ведерка. Но все равно это успех. Красавчик стоит, еще один. Листиком накрылся. Думает, его не заметят. Еще один. Уже вообще прям темнеет, но мы не сдаемся. Будем ходить до талого. Да. О, еще один. Там два. Я не заметил сначала. Честно. Что, комарики дают жару? Да, уже теперь начинают долбать. Вот стоит один-одинешенек. Вот, за час после работы пол ведерка 10-литрового насобирали по-быстренькому. Ну, буквально в двух местах. С утра-то, наверное, точно грибов больше было, но после работы меньше. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч!